братуха, заходи! Всем привет! Вы на канале Холипа! И сегодня я покажу вам свой сетап. В общем, вы не поверите, установил я свой новый жидкокристаллический плоский экран 4К 899. Я придумываю цифры из головы. На самом деле, это все было очень даже и непросто, потому что оказалось, что вот эта стойка, которая позади него, не так просто складывается. Но ничего страшного, теперь все круто стоит. Единственная проблема, экран немножко наклонен в бок, и я не знаю, что с этим делать. Но теперь я буду так с этим жить, скорее всего, потому что я, как и нормальный полноценный человек, не решаю свои проблемы, а оставляю их на потом. Начнем с сердца моего сетапа. Это мой ноутбук. В общем, ребята, вы не представляете, но это ROG Strix G15, вроде как Asus или Acer. Asus вроде. Asus, да. Asus. В общем, на самом деле, я купил этот ноутбук в 2020 году, и я полностью доволен этой машиной. Это просто зверь-убийца, он тянет все, он все может, и я ничего не могу, а он может все. Этот компьютер умнее, чем я, и я этому рад. Наверное, я оставлю ссылку на все свои вот эти приколдесы внизу в описании видео, чтобы вы смогли посмотреть, почитать более подробно. GeForce GTX видеокарта. Я даже не знаю, что это означает, но буквы очень вкусные, названия такие классные. Сразу внушает какой-то уверенности, что ты сядешь и просто можешь взлететь в космос на этом ноутбуке. Мышка, да? Мышка, просто мышка на русско. Честно говорю, я просто в шоке, насколько мышка может быть классной. Ну, за такую цену эта мышка должна сама выигрывать в CSGO, каточки в CSGO, да, ребята? У нее есть вот эти подсветки, она все меняется тут, вот это светится, просто класс. У меня есть вот такие вот мониторы, аудиоколонки для сведения музыки КРК, по-моему, 4-й серии, если мне память не отшибает. Я ж сижу тут, записываю Аязу Стрив ТБ, Биля АТБ, и мне нужен хороший звук в ушах, чтобы я понимал, как эта песня будет звучать на ваших Xiaomi топ за свои деньги. Кстати, телефон у меня Xiaomi Note Pro 7 Rock 7 Note телефон. Совсем недавно я приобрел себе кресло, ребята, кресло для удобства. В последнее время я очень много провожу времени за компьютером, соответственно, мне нужно кресло, чтобы моя жопа не болела, и спина тем более. Это напрямую влияет на мое здоровье, соответственно, мне нужно хорошее, качественное кресло, и я купил самое дешевое. Но, кстати, вы знаете, достаточно удобно, и реально могу теперь сидеть год играть в Майнкрафт и даже ни разу не встать покакать. Поэтому спасибо креслу за эту возможность. Аудиокарта. Аудиокарта, ребята. У меня есть аудиокарта Behringer UPRD. Не знаю, UMC там написано. UFC, не знаю. Эта карта, походу, дралась в UFC когда-то, потому что не просто там так это все написано. Самая дешевая звуковая карта, но знаете что, даже у PewDiePie такая. Хотя у него миллионы денег. Мне хватает с головой. Пользуюсь вот таким вот микрофоном Rode. В рот тебя А1 что-то там. Тоже достаточно доступный, средний, наверное, ниже среднего сегмент. Но хватает просто с головой. Отличный микрофон, просто великолепное качество. Хотя последнее видео, которое я снимал, там как будто бы этот микрофон мыши оттрахали. Как, короче, что-то барахливо, постоянно шумело. Но неважно, для записывания песен с головой хватает. Следующий момент, купил себе я лампу вот такую вот, чтобы сидеть, и светила она мне в лицо, когда я буду снимать какие-то видео для Ютуба или ТикТока, чтобы у меня было красивое освещение. Вот эти все круги блогерские, вот эти LED дисплей, круговой дисплей круг, это все для пуси, это все для, не знаю, каких-то для дешевок. Я использую настоящие мужские лампы, которые освещают все как надо. Так что если у тебя вот такой круг, братан, нам не по пути. Кстати, у него есть вот такой замечательный пульт. Это он на магните, и я просто в шоке от него. Здесь мы закончили. Здесь больше ничего нет, кроме супер крутой мышки розовой.
как я люблю, супер крутого монитора, офигенного компьютера, который я очень сильно люблю и уважаю, вот этих замечательных колонок и вот этого всего. Переходим дальше. Пройдемся по полочкам. Ребята, тут у меня тамбурин, очечки, браслетики, всякие маракасы. Вот такая вот замечательная миди-клавиатура в пыли. Я, видно, давно не убирал, но неважно. Ребята, у меня есть вот такой вот шейкер. У меня есть чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик кастанеты. У меня есть йо-йошечка. У меня есть... Вообще, я люблю всякие, знаете, finger toys. Yes, do you understand me? Я люблю ножи бабочки, но если что, для... Уже не люблю. В общем, я люблю ножи бабочки, да, потому что это очень прикольно, но для справки, если что, YouTube это не настоящий нож, он не острый, потому что это тренировочный, я за безопасность. Если вы заметили, что где-то отклеивается обой, и вас это смущает... Ребят, ну, я не миллиардер, окей? Я этот ремонт делал собственноручно 6 лет назад с моей мамой. Если где-то отклеивается обой, ну и хуй с тобой. У меня есть вот такой замечательный цветок. Ребята, это мы ее называем корова. Или это он, или она, неважно. Но имя корова, потому что она очень много пьет. Если она не пьет, значит, она очень вялая. Как видите, я ее сегодня полил, она вроде как... в хорошем состоянии. У меня даже есть татуировка этого цветка. Вот, смотрите. Прикол, да? В общем, люблю, создает уют в этой комнате. Да, даже вот такой убогий ремонт все равно можно как-то подчеркнуть за счет такого красивого цветка. И становится все сразу уютнее. Возьмите на заметку, если у вас нет денег на ремонт, просто ставьте сюда какие-то цветы в свою комнату, и это сразу приобретает какой-то красивый вид. Итак, ребята, переходим к следующему стенка. Начнем с середины. У меня здесь мой синтезатор Casio PRDMRD 35 тысяч миллионов. Он стоил за 5800, я его купил. Хотел осуществить свою мечту, научиться немножечко играть на клавиатуре. В принципе, у меня это получилось. Хотите, покажу. Что говорите, не надо? Ну ладно, я не так уж и хотел. Тут у меня на окне есть кактусы. Этот кактус напоминает на писюн. Вот два яйца и вот головка. Вот, видите, два яйца и головка. Вот два яйца и головка. Смешной кактус, я только сейчас заметил, что он похож на писюн. Рокерская стенка. Тут мои все гитары, начиная от этой гитары, заканчивая вот этой гитарой. На этой гитаре и закончилась моя карьера музыканта. На самом деле, так выглядит моя первая гитара. Точнее, все, что от нее осталось. Но ничего страшного, как говорится. В общем, вот такая гитара, вот такая у меня есть гитара. И вот такая. Но моя любимая, это вот эта. Как видите, здесь очень дырка большая. А звук какой хороший. Так я и сочинил Биля АТБ. Я взял эту гитару и... А я застрив тебе, Биля. У меня есть вот такая гитара. Это я сам сделал. Это моя футболка. Была первая рокерская футболка. Не забываем, что на секундочку мне 28 лет. И раньше рэп не так был в почете, как рок. И я слушал рок, потому что я был модным малым. И вот получается, вот была моя первая футболка рокерская ACTC. Но мне ее жалко было выбросить. И я повесил ее, натянул на картину. И теперь это так красиво. Кстати, вы могли заметить, что у меня есть целая коллекция соломенных шляп. Это было не специально, то есть я собрал это вообще не мои шляпы даже. Единственная моя шляпа, которую я купил, это вот это. Все остальные это просто передавались по наследству. Это мой первый профессиональный скейтборд, я его забил тупо в стенку. Видите, когда у тебя так себе ремонт в доме, ты можешь тупо колотить где хочешь всякие гвозди, и никто тебе ничего не скажет. Дело в том, что я занимаюсь ежедневными спортами. Я беру вот эти гантели и начинаю вот так вот их поднимать. Поэтому я всегда держу себя в тонусе. За счет таких супер гантелей. Мое любимое упражнение это вот это. Вот такая вот у меня комната, вот такой вот у меня сетап, вот такие вот у меня приколдесы, вот такие вот у меня гитары, вот такой вот. И я весь такой и из себя. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то напишите какой-нибудь комментарий. Что, может, у вас что-то есть, как у меня? Может, вы что-нибудь хотели? Если вы что-то хотите, как у меня, купите. В чем проблема?
Мне понадобилось всего лишь 10 лет, чтобы собрать на компьютер. А про остальное я уже молчу. Всем спасибо за внимание. Всем пока!